Здравствуйте. Сегодня я вам прочитаю, которая называется «Харгас вождя». Книга, она очень интересная. Посмотрите, какой переплет красивый. Такой переплет, очень красивый. И прямо эта книга, она прямо белых листах. Она прям читается с большим упоением. Видите, как она читается с большим упоением, эта книга. Вообще, я хочу сказать, что я давно читаю, но беру книгу, которая интересная мне. Нравится фирма, которая создала фирма Азбука, фирма Азбука. Так что вот такие дела. Так что очень книга замечательная. Чем-то понравилось. Ну, понравилось все. Все я взяла. Вот так что такие дела. Смотрите, вот так. Да, лизок на лизок, мандарчиком и с перчиком туда всыпала. И черт где порезан. Тарелки прикрыты. Да, все есть. Вот. Там стоит, да, сейчас. Да, стоит. Да, стоит.